Что ты принесла-то? Вареников с картошкой. Так что? Еще на завтра только. Поели мы уже. Да нет, надо бы по одному-то раздавать, а то что? Ну да, что, пока горяченькие, свеженькие. Они еще пробегаются, все съедят. Да хватит же, хватит. Должна же у нас быть память какая-то, ну, тетя Люба. А то приехали в лагерь за 12 так, лет первый раз. Еще не ходишь. Ой, Игнат Тихонович. Приходи. Не надо это прикидывать со старухой. Точно прикидываешься. Ну понимаешь, это так интересно. Ты смотри, понятно. Правда, Витя сегодня нет, не так будет. Гитары не будет. А Витя где? В Барнауле. Мужчины, наступили мужчины для него. Да. Сколько раз говорил, не слушает. А может быть нет. Это что, Инока приехала? Он счастлив в своих мучениях. Так, у нас каждый день дела. Давай по чашке, по одной. Давайте, давай, чашки, давайте, ребятишки. Нет, я видела, что у вас тут. Там мы оба, это где молиться. Там устроили такую маленькую. Одной, да? Туда ближе к костру, там большой бугор. Ни одной мошки нету. А оттуда как-то, когда считают до Евангелия, два юноши бегут сюда, школа пошли раза в руки, высела подки обратно. Здорово, конечно. Сколько вас? Да увезли, твоих увезли уже. Она прыгнула, порола нужна. На что-то прыгнула, да? Что-то, конечно, там дерево было. Я так и не понял, на что она порола-то? На корягу какую-то, да? Корягу какую-то. Категорически запрещаю все время, нет, по-своему сделают. Я не могу ходить с девчонками. Вот и результат. Ну, результат это не послушание. Не послушание, да. Вот, слушай, надо сделали место, сейчас сделают пирс. А так не просто все, в воде квасятся, конечно, мужики у меня. Конечно. Вы что даете-то им? Надо сказать на следующее утро. А, ну, они же слипнут, Игнатик, это же вареники. Теперь не дождешься, когда выйдут. Да, пусть едят. Держи. У них... Тетя Люба, спасибо. Вы для картошки-то оставляйте место. Скажи, вы еще на бебень. Сейчас пока по деревне пробегутся, пригласят. Да, приглашайте, идите всех. Я опять буду. У всех варенички есть. Да. Дать. Я... У нас никого. Давай двоим Володь. Отказано, видите, нет, Володь, остался с классом один я. Три дам. Маленькая. Давай, да, им побольше, да? А там сестры делают. Володя, садись. У нас тыква вам можно купить. Что тебе надо? Что не люблю, то не люблю. Кого? Я тут что? В тарелку. А ложку зачем? Тебе машут уже, место. Играться здесь, там на качелях, а здесь еще вон. Сейчас замещание нет. И два брата ее. Ну я знаю, о ком речь. Да. А их нет здесь, да? Они посуд. Здесь? А. Кто здесь? Она самая два близкая брата у меня стоит, самая маленькая. Кирилла? Ну где два брата? Покажи. Где здесь? Покажи. Нет, здесь их так нет. Замолчи своего. Ну я хочу сказать, что они знать, даже на богослужении замолчи. Стоят уже. Особенно младший он, как ты такой был весь вертлявый. А сейчас смотрю, стоит, ничего, нигде не чешется. Работа. Работа. Все нормально, как положено. Это с Казахстана приехала. Замечаний никаких нету. Молодцы. Просто получились эти девушки примерные. Молодцы. Все так Господь делает удивительно. Вообще. Сегодня погода такая, не очень жарко, хорошо, правда? Очень, мне вообще нравится. Ага. И дождя нет. Ну, пришло, это вам приходило у кого телефонное сообщение? МЧС предупреждает 3-4. Это самое сильный ветер 19-21 метров в секунду. Дождь, сильный дождь, град местами или как. В общем, короче, будьте внимательны. Ну, в Барнауле гроза была. Мы забьем все. Сегодня третий, значит, завтра еще. Ну да, нам-то ничего, мы нашим растениям на огородах. Да. Особенно после града. Ну, проглотили? Слава Богу. Ну ты помни, если еще со смородиной дело дойдет, поможем обирать. Я белый. А сверху 45-45. Володя, иди. Здоровый. О,
Понравилось? Да. Нормально. Дети у меня. Он тебе прибежал. Как Лен? Паша, где Тимофей? А? Тимофей где? Он пришел. Где его? Нету здесь. Иди ищи давай, где он? Костра! Он ушел от нас. Рассказывай, как наши братья там была? Не вредили тебе? А? Слушаюсь, да, хорошо пошли. Что? Хорошо пошли, говорю. Так, ты на будущее-то не отказываешь им? Может быть, нахальничали что-нибудь? Нет? Нет. Ну, вот есть приятное известие. Ну, хлопцы-то хорошие. Вот, смотри. Вон Андрей бежит. А где Сколько Тимофей? У тебя крови комар выпил? Казахская, ему интересно. Рёма, Тимофей. Андрей. Тимофей? А где же Тимофей-то? У костра он убежал к костру. Ну, сейчас он от нас убежал. А? Мы ему кричим, он, главное, идет и ну, не так. Вообще даже ноль внимания. У костра он, блин, наверное. Я тебе его поручил. А он убежал от меня? Он вообще не слушает. Мы ему кричим, он сидит кричим. В землянику. Ну, сейчас-то где он? Около костра. А там кто? В туалете тут... или где? На костре. На костре? Еще кто-то в туалете. А ты видел его там? Нет, ребята говорят, то, что они когда были он на пруде... прямо на костер. Так надо, прямо чтоб... идет, и никто его не слышит никого. Что он пришел, поужинал-то. Зачем сам? Я тебе поручил, ты должен был мне передать его. Он захотел на костер, этого нельзя делать. Нет, он отошел, а потом уже мы до него добежать не могли, докричаться. Мы ему кричали, у него ноль внимания. Он вообще не слушает. Он убежал от них. Он не слушает. Возле пруда мы там, а пошли, когда они били. Он на камне сидел, мы смотрим, его уже нет. Ну он точно, надо позвонить. Ну надо тогда сбегать туда. Кто быстро бегает? Идите туда, принесите. Паша быстро бегает. Один не побегу туда. Один не побежит. Убери Ваню. Кто быстро бегает? Я не могу, я сейчас поеду. Ну сбегайте, придите, палки оставьте. Палки оставьте. Мы не можем. Ваня, ты ответственный, это Паша. Привезти его сюда. Сними. Андрей, ты куда пришел? Андрей, ты не бегай. Пойдемте за стол и помолимся, а они приведут его. Куда? Постойте, Геннадьевич, постойте. Ксения погнал. Где он? Он в туалете. В туалете. Нашли. Сейчас сломайте. В туалете он, оказывается. А я думаю, меня Лёва попросил. Лёва попросил пофотографировать. Ну перестаньте смеяться. Ну что смешного? А что происходит? Дайте ему штанишки. Перестаньте. Ну зачем вы смеетесь? Одежда ща. Тимофей! Он в туалете. А зачем ты их несешь? Скажи, зачем? Он сам сказал. Сейчас он ну, где? Ну положите рядом с туалетом и все. Где, кто с ним в келье? Кто знает, где его штанишки есть? Не знаю. Пойдем. Ну-ка, сходи туда. Кто знает, где Тимофея вещь? Ну вон, пока. Паша, Ваня. Че? А Тимофей знает. Я капец устал ее собирать, а там практически не было. Что там? Клубника, да? Это землянику нарвал. Клубника. Земляника продолговатая. Сейчас такой прикольный кадр был. Только бежит. Паша бежит. Бегут. Вдруг Арсений резко. Я заворачиваю. Паша бежит. Он почему от вас и убегал? То, что не успел до туалета добежать. Девочки, пожалуйста, уйдите отсюда, сейчас Тимофей, выходите с туалета. Уходит полный. Да.
Тараськин ему подарит, да и все. Люха, иди сюда. Илья. Илья, со мной. Илья. Илья. Люха, со мной сдавайся, что будет? Чё ты с нами не попал? Чё ты? Сегодня же косёк. А может не будет дождь? Смотри, какие тучи вообще. Может дождь пойдёт сейчас? Ага, это просто. Да, было, скажи мне, когда такие тучи уже дождь. Там дождь шёл. Там дождь идёт уже. Ну, сейчас пойдёт, сейчас до нас дойдёт и всё, и дождь. До нас дойдёт и всё. Что вам надо, девочки? Уходим. Все, кончай. Что, до смены идешь? Все, тогда вам пойдем.